Так, стоп, стоп, стоп! Коля, вот здесь, проходи. Просто когда начинает цеплять. Вы смотрите, вот ваш маска. Бросок сюда и сюда. Сидите. Вы бросаете. Так и так. Так. Вы бросаете отсюда сюда. Да, это шаг. Вы бросаете так и так. Вы бросаете. Левый раз правый, один раз левый. А ты только в одну сторону. Это не... Все, пошли. Накручиваешь сюда. И есть вот это класс, это сделали. А ну иди сюда, Коля. Не меня, смотри, да иди сюда. Достает. Так, сейчас. Достает сюда. Потом сюда. Захватывает ручку. Оп. И сюда. Оп. И бросочек идет. А кто-то сделал вообще за туловище туда. Свернул. Значит, вот мы посмотрим. Оно будет несколько раз. Плей. Ну так. Пока. А что мы можем делать? Как на так, как я делал. Видите, подседает. Вот это мне надо, чтобы вы делали. Мне не надо с колен, мне нужно... Набрали спину, набрали руку. Руку натягиваем. Видите, как сильно? То есть рука не расслаблена. Дальше. Эта рука на себя, эта рука... Сюда, в кусок. То есть получается вот такой момент. Головой работаем. Оп. И здесь просто, без падения. Правая нога может идти сюда, помогать, либо просто помогаем ее на колени и помогаем своей шее, своей головой. Как легко, да? Еще раз. Ну, показать так вот. Вальцы тоже. Назад. Да блин. Как стук можно, блин? Эй! Да вообще без язык. Ой, блин, смотри. Вот. Я-то думал, блин. А здесь, видите, как... Блин. Пока я сердце домой. Нет, просто... Это вот это украинцы сделали, блин. Здесь кнопок, нажимает этот. О, пока. Все. Если с тобой поднимемся, мы поднимаем его чуть-чуть, поэтому, хотя мы забираем спину, и соперник берет вашу спину, играет, возьмет у вас голова у меня отсюда, либо у меня голова отсюда, с этой стороны, без разницы. Левой рукой берем руку сюда. Отсюда мы можем делать, как на так, как я делал, головой. Получим туда,
Вот это я хочу, чтобы вы делали. Вот это. Забрали спину, забрали руку. Забрать спинку, ручку. Рука не расслаблена. Эта рука на себя, эта рука туда, в ту сторону. То есть получается вот такой момент. Головой работаем. Подмышку сюда. Правая нога может идти сюда, помогать. Либо просто помогаем, идем на колени и помогаем своей шее, своей головой. Так. То есть вот он работает. Вы. Ваша задача. Значит, ваша задача, пацаны, отсюда. Забрать спину, наклониться. Забрать спину. Наклониться. Прижать его сюда. И за руку. Ручку. Дальше. Можно срывать или нет? Можно голову сюда и чуть-чуть протянуть сюда и сделать бросок. По два человека. Все. Вы. Значит, вот эта пара делает вот этот бросок и эта пара. Все остальные делайте классический бросок. По два броска и меняетесь. Все. Пошли. Вы можете подойти еще раз посмотреть. Просто камеры пишут. Чтобы посмотрели, пошли попробовали. Пошли. Вы втроем работаете. Вы делаете классические акции. Два броска ты, два броска ты. Мы только карты гадаются. Делаем мельницу, не бросайте назад, под судом, сразу дисквалификация. Не считается бросок. Сюда, вот берем сюда через плечо. Бросок. Сейчас. Он падает, даже я голову не должен ставить. А ты посмотрите, вот смотрите, как тебе удобно. Да, да. Я могу ногу подискать. Да. Хорошая оценка, но пока это надо посмотреть. По два бруска меняем. Хорошо, вот здесь. Значит, оценочка 7. Смотри, берешь на пару и ныряешь. Вернулся. Потом руку. Раз, руку. Да. И просто на пару. Восьмерочка. Много говорите. Эй! Николай! Молодец! Коль! Чуть повыше! Оценка 7! Оценка 9! Все! Я еще посмеюсь! Я знаю, что ты делаешь! Оценка 7! Вот так! Посмотри, он высокий, а ты очень низко садишься. Вот чуть-чуть выше. Осторожно. Вот. Это уже 7? Было 7? 8.
Нет, нет, нет,
не бросок. Хорошо. Сейчас меняемся. Костя, попку делай. Правильно? Приготовили. Две, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Мате, ушли в квартире. Нет, сейчас он не так упал, говорит, хорошо. Так. Так, а этот, как его? Андрей, Сырбу. Бери Влада, вы по два броска и продолжаете работать. А потом мы вас проверим. Итак, у нас выходит, и вот здесь три броска мельница, делает Лири его партнер. После этого делает Лауренцию его партнер, потом делает Миша его партнер, затем делает Катерин его партнер. Да, три броска, стоп. Нет, посмотрите еще. Если там камера, дай. Ой, Саша, ты становишься сюда. Он тебя бросает. Он бросит. Ты становишься. Эй! Потом отсюда он тебя туда бросает. Отсюда сюда. С этого угла на этот угол. Не надо бегать. Внимание. Скорость средняя на отсыпь. Посмотрим. Кто у нас? Пожалуйста. Да, хорошо. Семь. Шесть. Стали поклонились. Ушли. Следующие. Потом готовим финиша. Я же не шесть? Да. Нет. Дальше. Где? Кто бросает? Он. Где ты должен стоять? Вот на том углу. На угол встань, на желтый. Вот. Пожалуйста, Лев. Рука под мышку. Сверху. Семь. Так, зачем ты переходишь? Шесть. Вот здесь ты стоишь. Вот здесь ты стоишь. Еще один. Семь. Поклонились. Хорошо, молодец. Так. Потом готовится. Бросает. Ты бросаешь поле, поле Андрей, Андрей поле. Пожалуйста, Мишка, вот его. Очень стоп, широко ноги, поэтому семь. Рука сверху. Восемь. Делайте право влево. Восемь. Пожалуйста, Катерин бросает. Сейчас они делают и вы. И посмотрим, кто лучше. Пожалуйста, Катерин. Десять. 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 Молодец, умница. Теперь Коля бросает Андрюшу, а Андрюша потом тебя. Хороший. Стоп, Андрей, где ты должен стать? О, правильно, чтобы на камеру видно было. Пожалуйста. Восемь. Хорошо, здесь. Осторожно за ноги. Восемь. Не наклоняйся, чуть прямо будет хорошая.